Оттуда бил, точно. Мы с товарищем сержантом здесь шли, он только голову над окопом поднял, и все, нет его. Прямо в висок угодил. У тебя огонь есть? Да, товарищ капитан. Точно он. Откуда такая уверенность? До леса 1000 шагов. Быстро стреляет. Без промаха стреляет. Он. Харги пули его носит. Что делать будем? Думать. Думать. На снайпера напоролись. Похоже, тот, что Михайлова уложил. Этого спеца. Заодно и тебя в деле проверим. А возьмите меня с собой. Ну, мне подвиг нужен. Ну, в смысле, у меня задание от редакции. Мне надо статью написать. Ты же трус, Семен. Куда тебе? Забыл уже. Здесь тебе не метрополь. Ты жестока, Люба. А что вы? Правда, трус? Патологический. Возьмете? Возьмем. 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 Чего тихо так, Жилин? Рано еще. Немец он порядок любит. Через 1.5 часа начнет. А где они воду берут? А, так это балка. Видишь, за рощей прогалина? Ага. Чуть левее. Туда ходят. А, это что? Что это такое? А? Миномет. Все, пойдем. Пойдем, пойдем. А где, ты говоришь, дальномер сидит? Снайпер, что ли? Ну да. Да кто его разберет? Вчера с обеда постреливал. Ага. Откуда, не знаем. Ага. Да если б знали, мы б его сами минометом накрыли. То есть, в данный момент его точно нет? Ну, не знаю. Ну, понимаешь, всю разведку он там положил. И главное, так быстро выбил. Выручайте, мне людей в атаку поднимать. Ясно. Землю-то не пихай. Где второй потерялся? Что ты узнает, вроде за мной полз. Товарищ политрук, а? Вы не отставайте. Как-никак, нейтральная полоса. Ага, стараюсь.
как зовут-то? Сеня. Сеня. А? Танк видишь? Ага. Ползи туда. Ага. Сиди там, понял? Ага. Не высовывайся. Ага. Назад будем ползти. Заберем тебя. Ага. Понял? Понял. Давай. Понял. Сейчас. Давай, давай, давай. Навязался на нашу голову. Глупый человек. Стрелять начнут, умнеть будет. А почему здесь? Зверя надо на водопое брать. Зверь на воде не злится, мирный. Хорошее место. Идут. Ну, больно худой. Подождем. Ну, эти ж ты тоже худые тебе. Ну. Снайпер, все назад. Быстрее, быстрее. Помоги. Офицер, видишь? Нельзя. Пусть уходит. Ждать будем. Если дальномер здесь, искать нас будет. Не высовывайся. Где же может быть этот чертов русский снайпер? Я думаю, что самая удачная позиция под танком. Займись этим. У меня заклинил затвор. Стреляйте по танку. Целься точнее. Друг, ты что, в Бога веришь? Отец верил, а я привык. Давай быстрее, мины будут кидать. А?
Уходить надо. Ага. Слава богу. Слава богу. Ты посмотри, как немец здесь все обстрелял. Немец думал, дальномер здесь. А что, позиция хорошая. Танк. Тунгус. Тунгус, стой. Стой. Ты что, знал? А? Ты что, знал, что по танку огонь откроют? И ты что, политрука там оставил, да? Нельзя было с собой брать. Зато теперь другим человеком стал. Слушай, вот выберемся, я тебе под трибунал отдам. Не кричи, росомаха, а то не выйдем. Ну что? Очень плохо. Тот дальномер, который Михайлова положил, его там нет. Как нет? А кого же тогда застрелил? Я ж сам видел, как он с дерева свалился. Тунгус, берегись! Тунгус, ты о чем, а? Дальномер, который стрелял по товарищу политруку, Михайлов его не взял! Шибко глупый! Товарищ политрук, что с вами? Тунгус! Ты посмотри, что ты с человеком сделал. Товарищ майор, извините его, товарищ майор, просто... Спасибо тебе. Слышишь, Тунгус? Спасибо тебе. Ничего не понимаю. Спасибо.